Это что такое? Данечка. Фу, Данечка, говорю, Виталечка работает. А ты мамин паспорт хватаешь. Ага. Ну что ты какой? Матвейка, ты помощник? Все, пошел игрушками играть, да? Игрушечками пойдешь играть? Туда, туда не ходи. Не ходи, смотри, какая елочка у нас горит. Елочка, да? Елочка? Ай, какая красота! Да? Какая красота! Елочка, елочка, елочка с иголочками. Давай залазь скорей. Залазь, 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 молодец. Не может скарабкаться на диван. Сыненька. Все, скарабкался? На диванчике будешь сидеть? Все, ушел от братиков, да? Ушел. Елочкой будешь любоваться. Даня, выключи свет, пожалуйста. Будем елочкой любоваться в темноте. Да, вот так вот у нас горит елочка, да? Сынулька. Сынулька, мальчишка. Скоро Новый год. Скоро Новый год. Первый Матвейкин Новый год. Нет, не первый. Получается, он в ноябре родился. Так он малюсенький был в прошлом году. Малюсенький Матвеечка был. А, какая красивая, да, елочка? Нравится, Матвеечка? Нет. Кто там? Там твоя игрушечка. Бери игрушечку, доставай. Бери ее. Сына, доставай. Бери, 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 достань. Пупсик твой. Доставай пупсика скорей. Доставай скорее пупсика. Давай скорее доставай пупсика. Доставай, не бойся, не стесняйся. Давай скорее бери пупсика. Папка у нас дрова таскает, натаскивает дров. Печка у нас натопилась, у нас тепло. Матвейка ходит с горшочком, да? Ты горшочек свой таскаешь? Мальчишка. Мальчишка. Ай. И мастится на горшок. Сына, так ты в памперсе. Сынулька. Сына. Сыненька. Ты на горшочек хочешь? Да? Только ты неправильно, ты ногой залазишь туда. Ну ты сынуля. Пойдем папу встречать. Пойдем посмотрим, что папа делает. Что папа делает? Тетя, папа дров несет. Да хватит, конечно. Во, молодец. Правильно сел на горшочек, да? Вот так. Матвейка заниматься горшком. Нельзя, сына, плеваться. Папка носит дрова. Все пределы. Да. Куда ты побежал? Дрова папа носит, да. Смотри, сколько дров принес, да? Много дров наносил? Да, много. Парни занимаются каждый своим делом. Матвейка бегает. Сынулька, да? Виталя у нас работой занимается серьезной. Мамке там делать дела. Да, сына? А что ты делаешь? Ты делаешь все еще? Да? Так что горит елочка, любуемся. Я жду, когда у меня остынет мясо. Мяско, мяско. Тихо, наточил я свой ножик. Наточили ножички. Так. Да, у нас. Так, ты что мясо-то? Лытку варила, а? Да. Лыточка.
Ну чё, я туда луковку ложила, перчик ложила. Сейчас мы... Сейчас куда мы его будем разделывать? Ну надо посудину, мы будем разделывать мясо. Разделаем. Сделаем мясо прессованное. Чё, блюдо какое-то надо? У нас тут чё, блюдов-то нету? Ничего. О, а чё у нас нету? Вот у нас есть блюдо тут. Всё у нас тут есть. Всё есть. Так, только его надо сполоснуть, он стоит. Блюдо у нас есть? Большое, ну. Давай сейчас сполоснём. Блюдочка. Я хочу прямо так раз на блюдо положить. Но она отваливаться. Ну. Давай, подожди. Хорошо разварилось наше мясо. Давай. Подожди, не получается. Ну что тут? Коротаем вечерок. Сейчас сделаем глоток. О, хорошая такая у нас лытка-то. Я думала покупать. Хотела 3 штуки тогда купить. А тут у нас о, давай целый казан. Подожди, еще вот это мясо вытащу. А, горячее. Подожди, подожди. Как бы его еще подцепить-то? Вот видишь, не могу. Нет, она отпадает. Вилки нету? Да есть у меня вилки. Не хочу вилкой. Вот, хочу ножиком. Так. Хоп! И все. Бульон. Я луковку туда резала. Чеснок не наш. У нас нет тут чеснока, точно. Нету, все посмотрим. Ну, надо туда домой идти. Аж слюнки текут. Кстати, я не поздоровалась с ним даже. Друзья, всем привет! Приветики! Сейчас мы разделаем мясо, сделаем прессованное, да? И будем кушать в Новый год. Я бы сейчас прям наелась. Вот прям голод у меня такой голод. Давай наедимся. Ну, конечно, на ночь не едят. Сколько время-то у нас, кстати? Да мало еще. 8. Ты думаешь, 8? Ну, сколько? Ну-ка, давай посмотри. Кусочек с луком. Мяско. Я бы с луковкой поела. Ну, 8.47. Все тут. В смысле, 9 уже? Да нету еще 9. Почти 9 часов. 20.47. Почти 9. Что? А что так время-то быстро летит? А? Моментально время пролетает. Надо же... Бульон-то вынести немножко, пусть он, или что, поставить туда, в принципе, нет. Бульон теплый нужен, а мясо вот надо, мясо подразделить. Опять я полотенцем. Все. Парни занимаются. Мы сегодня ездили за покупками, прикупились к Новому году. Прикупились. Так что, считаю, что к Новому году мы готовы. Муж разделывает мяско. Я приготовила 2 вот такие чашечки. И хочу сделать в чашечках. Девчонки, рецепт... Не рецепт. Это все легко и просто. Наварили лытку свиную, в общем. Что мы сделаем? Сейчас мы разберем ее. Мелко порежет мясо, зальем бульоном и уберем в холод. Вот и все, весь рецепт. И это быстро и вкусно. А то мало ли будут опять писать, что это... Рецепт кому-то какой-то надо. Так, ты что-то вот так встал, мне прям не видно. Ну что, Матвейка под стол пешком ходит, папка режет. Дети бродят. Дети бродят. Занимаются своими делами. Туда. Данечка, ты кушать, наверное, опять хочешь? Нет, не хочешь? А то, как время ночь, мы начинаем то есть, то пить, то еще чего-нибудь. В холодильнике, в общем, заглядываем. Это ты себе на работу делаешь? Да. Господи. Вот у каждого свой вкус. Я на работу. А ты вот себе сейчас заливное делал. Да, да, сделаем. Дети тоже не особо едят. Бульончиком тоже залью. Ну, зальешь чем? Ну. Делай, изрезай пока, ну. Что, с салом все делаешь? Нет, сало много не делаю, потому что я сало... Это с салом очень жирно будет. Да. Бульон, считай, жирный. Ну, изрезай помельче. Чесночка надо будет принести. Чесночка добавить. Потому что я в бульон, это, когда варилась лытка, я добавила только целую луковку, изрезала ее. И добавила такой вот перец. Перец с горошком. И все. Даже лавровый лист не делала. Я его не люблю почему-то. Ну, кто-то какие-то специи по вкусу, добавляет. Вилочка зачем? Держать горячо. А. Еще голчонок, который тоже... А мам что не увидит, и все, а мам просит. Да, да, отец. Ну, ты замарюнился, что ли? Ты не голодный? Ты кушал? Ну, залез. Куда? Куда ты, куда пошел? Давай, слазь. Оба.
Все, папа сейчас как нарежет, как наделает у нас будет такое вот непрессованное даже мясо, заливное. Зальем, как холодец, типа, что ли. Я не знаю даже, что, как это назвать правильно. Бишь, ему тоже. Ну, там дать кусочек. Да, ну, не будет он, конечно, что ты, так он. Ну, тем более, свинина, что ты ему зачем даешь? Ну, будет есть. Не будет он, видишь, ему в руку надо, чтобы мозолить и выбрасывать. Не надо, не давай. Вот так вот. Смотри, что он делает. Ну, ты кушать это не будешь, сыненька. Вот так вот. Только, только капризы устраивать. Ишь ты какой! Покастун. Так, муж мясо уже наготовил. Сейчас будет заливать бульончиком, да? Наверное. Нашел вторую товарищку? Угу. Товарищку не мог найти. Так. Че? Так. Че, через что-то процеживать надо, ага? Да зачем? Бульон-то. А что ты как его? Так просто поливать. Ты думаешь, так там, чтобы охлаждать, ошметки-то луковые не попали? Вот это я не знаю. Ну так я тебе про что и говорю, это надо процеживать. Ну-ка подожди. Попадут. Ну давай, наливай полную. Эту не так полную наливай. Не наливай. Хватит, хватит, хватит. А эту? А это не знаю, это тебе. Уйди, ты же себе на работу уйди. Берешь. Да это что такое-то? Ну, вот так, вот такие капризульки. Так спать, наверное, хочет уже. Наверное. Время-то. А время-то мало вообще-то еще что. Он у нас на вечер спит все время. Так. Надо, все надо на столе. Дай ему бутылочку, кстати, попить вон. Бутылочка у него стоит с водичкой. Да. Ну, пей бутылочку давай. Так что такое будет у нас. Заливное, заливное. Да как холодец получается, хватит? Да, Саша? Да. Хватит, все мне не надо. Там собакам никуда бульон не знаю. Понемножку перчиков каждую сделай. Хватит, куда ты? Хватит, ты что? Чуть-чуть говорю. Ну, а тебе не знаю, будешь ты себе тоже делаешь? Угу. Ну, давай, с перчиком-то вкуснятина будет. Сейчас все это... такой аромат. А чеснока там и так и не сделали, Саша. Ну, такое вот у нас мясо. Мясо. Да давай, иди, конечно, с чесноком-то еще будет вкуснее. Уберу сейчас, я все поубираю. Так, чесногодавки у нас тут нету. У меня две чашки вкуснятины. Вкуснятины, не знаю, вкуснятина или нет, блин. Иногда хочется мелко, вот холодец, мелкий холодец на мясорубке, да? А иногда вот такой вот, прям кусками. Ну вот оно будет как холодец, что ли. Как это назвать? Не знаю я, как это назвать. Заливное. У меня такая чесноковина. Я сейчас ее разделю на все три чашки, чтобы был аромат чесночка. Так, это мужу на работу сюда тоже. Вот так вот тоже. Тоже подсочим. А то чесноком-то вообще другой, другой запах, другой вкус. Так вот прям свеженького. И объеденье будет. Это перчик. Перчик, перчик. Что там было еще у нас? А, ну все, перчик, только перчик, чесночок. А я уже поднаелась. Немножко попробовала с соевым соусом. Вообще вкуснятина. Соевый соус у меня чесночный. Я его так люблю вообще. Конечно, он придает аппетит и хочется нажраться. Да, нет, я не стала нажираться. Так, чуть-чуть, слегка впроголодь, можно сказать. Не стала досыта есть. Я сейчас решила, что я вообще буду в меру есть. Потому что я уже такая, уже в весе, в своем весе. Мой вес хотя бы должен быть, хотя бы до 70 килограмм, до 75. Даже это мне вообще, когда это я была такой, давненько я уже такой не была. Мы вот 8 лет здесь живем, и получается последние год, два, три, четыре. Ну, года 4, наверное, я вот была 80 ровно, потом 85. И сейчас у меня вес вот так, 85, 88, по-разному. В общем, когда вот так хорошо поем, сразу раз и 88.
А когда так более-менее, то вес немножко падает. Так что вот, хочется, конечно, мне вот все-таки как-то начать меру держать. Меру. Ну, ароматно, конечно. Ну, вот мне это все вкусно кажется. Вот сейчас вот так вот. Да, я так восхищаюсь. Но это все свинина, она такая жирная. Ой, особенно тут вот с салом, которое... Поем, конечно, может, немножко. Ну, я думала на Новый год сделать. На Новый год, в общем, я уже, еще раз повторюсь, или говорила, нет, я меню составила, в общем, по заказу детей большинство. Вот, и посмотрим, все ли я сделаю. Получается, потому что получилось что-то приличненько. Прилично, ну вот, сделали мы наше заливное. Сейчас мы это уберем. Заливное, холодец, или как, не знаю, кто как называет. Как называет? Ну, мясо прессовано, оно, конечно, без бульона делается. Там надо по-другому немножко делать. Ну, ладно. Что сделал? Муж делал все-таки. Муж наварил. Я вообще даже плана... Ну, я строила планы, только я думала, 3 лытки сделать. Тут с лытки получилось. 2 чашки. Такие чашки-то приличные, большие. Так что нормально. Так что, девчонки, такой у нас вечерок. Я вон закинула стирку. У меня стирается стирочка. Стирается, машинка крутит. Так что сейчас надо вот все убрать. И все. Закругляться надо, отдыхать, потому что время уже приличненько. Я вам даже синяки под глазами, у меня видок не очень. Я говорю, настроение у меня было так себе. Ну, я стараюсь его держать настроение. Так что сейчас стирка отстирается, стирку надо развесить, вот это все поубирать. В общем, ну и будем готовиться отдыхать, прилечь бы. Так что, девчонки, всем огромное спасибо вам за комментарии, за лайки, за просмотры, кто меня смотрит. Так что, кто впервые зашел, проходите, смотрите видео, заходите на второй канал, канал «Простая жизнь Ольга Зауралья». Так что оставайтесь с нами, дальше будет больше и интересней, думаю, надеюсь, что будет интересно. Так что, девчонки, всем спокойной ночи пожелаю, потому что время уже позднее. Сейчас пока еще видео сделаю, пока его выложу, так что, когда вы его смотрите, кто знает, пишите время, когда смотрите, кому, конечно, не лень. Так что, то писать тоже все-таки не всегда есть... Как сказать, возможность написать даже комментарий. Такое бывает. У меня вот не всегда. Вроде и хочется, потому что напишу, а? Не всегда пишу тоже. Так что всем всего доброго. Всем пока-пока. Пока-пока.